Отставка принята. Глава Кабмина освобожден от занимаемой должности указом президента Республики Казахстан. Нурсултан Назарбаев освободил Карима Масимова от должности премьер-министра республики в связи с поданным заявлением, сообщает пресс-служба Акорды. Подал заявление главе государства об отставке. Отставка принята, написал в своем твиттере Карим Масимов. Освобождение от должности премьер-министра по закону влечет за собой отставку всех членов правительства. А вот министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Тем временем Масимов указом Назарбаева возглавил администрацию президента Казахстана. Напомним, Карим Масимов являлся премьер-министром Республики Казахстан с 2007 года. В 2001-2003 годах работал заместителем главы правительства Казахстана, затем помощником президента. Также Масимов является президентом Федерации тайского бокса Казахстана. Кадровые перестановки в высших эшелонах власти на этом не закончились. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Серика Ахметова премьер-министром Республики Казахстан. Сегодня на заседании Мажилиса парламента за кандидатуру Серика Ахметова проголосовали все три фракции, сообщает информагентство vnews.kz.